Дорогие степногорцы, уважаемые гости города! Совсем скоро наш город отметит свою 53-ю годовщину со дня основания. 8 сентября мы приглашаем всех на праздничные мероприятия. С утра и до самого вечера вас ждет масса интересных событий и развлекательных мероприятий. Главным событием дня станет торжественное открытие памятника выдающемуся ученому Канышу Сатпаеву на привокзальной площади, а также научная конференция с участием видных ученых нашей страны. Вас ждут выступления коллективов народного творчества, акции, чествование первостроителей, ветеранов, молодых супружеских пар. Вечером всех жителей города ждет выступление известных казахстанских исполнителей. Грандиозным сюрпризом для всех жителей города, а особенно для молодежи, станет опен-эйр с участием резидента «Радио Рекорд», номер 10 в топ-100 лучших диджеев России, королем ночных клубов Москвы, городов СНГ и зарубежья, диджеем «Бауром» и резидентом лучших клубов нашей столицы, диджеем «Фара». Приветствую всех жителей города Степногорск. Меня зовут диджей Баур. Поздравляю вас с наступающим днем города и приглашаю отметить его вместе со мной. 8 сентября в пятницу, главная площадь города Степногорск. Грандиозный опен-эйр. Приходи, зарядится танцевальная энергия вместе со мной. Диджей Баур, 8 сентября, пятница, город Степногорск. Всех жду. Завершатся мероприятие праздничным салютом. 8 сентября. Отпразднуем день рождения города вместе.